Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов провел совещание, на котором были подведены промежуточные итоги социальной газификации. План на 2021-2022 годы предусматривает газификацию 4800 домовладений в 169 населенных пунктах. Андрей Иванов отметил, что дегазификация охватит в общей сложности около 12 тысяч человек. На сегодняшний день в муниципалитете уже дегазифицировано 147 населенных пунктов. Построено 110 километров газопроводов. Газ подведен более чем к 4000 домовладений. Газовщики осуществили 645 пусков голубого топлива в дома.